Здравствуйте, друзья! Хочу показать вам игру Mage Tower, точнее ее альфа-версию 0.1.2. Возможно, даже это первая альфа-версия. Это у нас немое кино, то есть в игре практически сейчас еще нет звукового какого-либо оформления, и уж тем более нет музыки, поэтому я свою для немого кино подложечку запущу. Так, нажимаем New Game. Нам, кстати, авторы проекта обещают игру по глубине игрового процесса, сопоставимую с самим Dwarf Fortress. Вот. По глубине, в буквальном смысле этого слова, она, конечно, с Dwarf Fortress пока не видно, чтобы... Вот я, кстати, играю в первый раз. Буквально даже вот не запускал. Смотрю, тут еще есть менедж. Это что у нас такое? Это наши маги, видимо. Маги, кстати, похожи на маленьких эльфов Санта-Клауса. У них пока еще тоже, судя по всему, особо нет анимации, поэтому они стоят, так вот, вытянув руки, как будто бы делают зарядку. А это... Наверное, это вот наши как раз ребята. И, видимо, это их навыки. Да, ого. О, ух ты. Ничего себе. Элизарис, Фортис... Это я что, их могу так вот на халяву прокачать, пока у нас альфа-версия? Ну, вряд ли это что-то даст вообще нам. Ну, в общем, не важно. Так, view. Угу, ладно. Мебель. Столы. Из мебели пока только столы. Так, создаст стол. Опа, да, стол. Сразу со стулом причем. Так. Ну, давайте немножко построим тут что-нибудь, какую-нибудь там стеночку. Посмотрим, как они вообще себя ведут. Вот почему-то растягивать почему-то нельзя, то есть строить сразу какую-то длинную стенку, или может быть я просто чего-то не знаю. Так, построим башню для наших магов. Так, это у нас... Так, о, вот, вот. Колесиком мыши мы меняем уровни, на которых сейчас дело происходит. Кстати, достаточно удобно, что вот... А хотя сейчас не знаю, посмотрим, как это будет видно. А, вот, когда я опускаюсь ниже, то я вижу такой дымчатый силуэт все-таки того, что там есть. И это очень хорошо, потому что если бы мы его не видели, это было бы очень неудобно, как вот в Game of Dwarves. Где не очень удобно, потому что мы видим вообще все сразу. Так, еще построим стеночку. Да че же очень неудобно, что нельзя сразу по нескольку задавать. Так, 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 сюда, сюда. Интересно, они в один блок высотой эти? А, ладно, сделаем большой вход, такой высокий. Так, вращать можно. Можно вращать камеру. Правда, она только сейчас пока в нескольких углах, судя по всему, вращается. И давайте попробуем уже построить что-нибудь другое. Вот, вот пол. Какой-то пол. Посмотрим, что это нам даст. К ним медленно строится. Давайте, ребят, быстрее. Работаем. Работайте, маги. Солнце еще высоко. Так. Кстати. Так, масштаб. Ну, масштаб я не вижу, как менять. Хотя, а, вот, наверное. А, ну, масштаб есть, но его как бы нет. Так, ну что вы там? Чё так медленно? Что дальше строим? Пол! Ребят, давайте быстрее. Вот, уже пол пошел. Так, 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 так. Что, будешь пол делать? Давай, давай, делай пол. Ну что тебе еще надо? Лестница есть, все есть. Строй пол. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. Что-то он трясется. Так, так. О, все, давайте. О, а вот, а пол-то действительно делают. Смотрите-ка. Ну, пока надо заметить, конечно, что разнообразием конструкций, доступных для освоения, игра, конечно, не отличается. Это интересно, здесь можно так будет пол построить? Так, так, так.
Так, ай. Ай-яй. Если... Где ты там построил-то? И что это вообще такое? Так, где-то здесь я... А, вот, cancel. Все, о, отменили. Отлично. А, дестрой. Ну ладно, дестрой на потом оставим. На сладкое. Так, структура, пол. Пол выстраивается, отлично. Так, а если вот еще забавнее сделать? Рею. Сделаем рею. А, правой клавишей, значит, тоже тут. Что правой, что левой нажми. Все равно одно и то же произойдет. Ну что, давайте, ребята, работайте молотками. Так, вот мы видим прогресс рядом с молотком. Хотя нет, а ну, наверное, прогресс все-таки это строительство его. Да. Достраивайте пол на этом уровне. Стройте рею и попытаемся как-нибудь что-нибудь придумать, что ли, там, я не знаю. А вы что не работаете? Что не работаем? Давайте как-нибудь. Нет. А сундуки? Ну-ка, ну-ка. А, ничего. Кристалл тоже ничего. Ну, альфа-версия, в общем, 1.0.1.2. То есть очень ранняя версия. Ну, на самом деле, конечно, интересно, потому что если все-таки разработчикам удастся хотя бы в какой-то мере приблизиться. Вот эта двоечка, это случайно не мои ресурсы, потому что как-то тут у них все вдруг остановилось. В общем, что я хотел сказать, что если разработчикам удастся хотя бы в какой-то мере приблизиться к тому, что мы наблюдаем в Dwarf Fortress... А, в воздухе повис. Отлично. Давайте все разрушим нафиг просто. Здесь где-нибудь взрывы. Все, ошметки чтобы были. И длинная лестница такая. Вот здесь стройте взрыв. И здесь. И тут. Все разнесите. Так, ну что? Чего ждем? А, ну в общем, на самом деле игре, конечно, как вы сами можете видеть, пока что особо похвастаться нечем. Да и не стояло такой цели, я думаю, когда выкладывали эту версию на всеобщее обозрение. Это просто такая декларация о намерениях. Вот мы делаем вот такую игру, где будет менеджмент ресурсов и возможность строить различные структуры. Надеюсь, что гораздо более разнообразные они будут, чем просто кубики, лестницы и пол. Ну, это, я думаю, что это так и будет. В любом случае... Вам, друзья, спасибо, что просмотрели этот ролик. Если вам понравилось, то подписывайтесь на мой канал, заодно посмотрите, может быть, другие мои ролики. Оставляйте комментарии, предлагайте новые игры для обзоров. До свидания!